кто у нас такой блистательный собрался посмотреть ДП-шку, посвященную кантри. Сегодня в выпуске бомбы, ножевой бой, пистолеты, арбузики, яблочки, македонская стрельба. Коктейльная вечеринка, нет уже больше сил, давайте начинать скорее. Нет бомбы. Я пустой. Как слышно? Сюда. Counter-Strike 20 лет, она старше многих, кто в нее играет. Я лично видел 1.5, 1.6, CS Zero было, CS GO, там еще какие-то. Из простой модификации, это просто был прикол с Half-Life, она стала полноценной игрой, она стала киберспортивной дисциплиной. И вообще, не играл в CS, не мужик, наверное, но это не точно. А точно, что мы в этом выпуске Double Penetration будем пробовать сделать коктейль Молотова, будем пробовать двойные береты, будем пробовать зарезать друг друга ножом, будем еще много чего пробовать. Че разговаривать? Погнали. Если в Counter-Strike на ножах ты полный ноль, то ты полный ноль. Поэтому прямо сейчас у нас в гостях есть инструктор Центра персональной безопасности проекта «Чистота» Даниил Кузнецов. Громкий аплодисмент. Ну а прямо сейчас по веками освещенной традиции Counter-Strike, прежде чем мы начнем ножевой бой, потому что научиться можно только боем, я сделаю то, чего вы ждете. Да будет бой. Пощады не жди. Так, я не объявил правила, но уже получил по ноге. Мы играем до 5 попаданий. Это попадание не считается, потому что мы до этого не объявили правила. Поэтому по нулям, вот теперь до 5 попаданий. Один ноль, мне уебать по мизинцу. Было смачно! 3-1. 3-2. Со счетом 5-3 победил Данил. На самом деле у меня есть секретное оружие. Это натренированный берсерк, который сейчас расставит все на свои места. Выпускайте кракена. В кейсе есть тема, что, в принципе, человек, вооруженный ножом,
крайнем случае можешь зарезать даже человека с огнестрельным оружием. Мы это сейчас будем проверять. Ну вот если ты там с темного угла внезапно вот так не выскочишь, нет. Нереально. Там не слышим. Погнали. Мы что придумали? Короче говоря, чтобы все-таки усилить как-то наши шансы против Дмитрия, вот столб, он его охраняет. Столб из золота. Если он достанется кому-нибудь, то золото обесценится, мировая экономика будет в жопе, и все. И мы все будем потом меняться крышечками от Нью-Кока-Колы. И нефть. Вот, такой расклад. Настоящие прятки на выживание. Дима, закрыв глаза, считает до 20 секунд. Вторая попытка его зарезать. Попал? Да, попал. Сейчас будем помогать Даниилу кидать Диману дымы под ноги. Погнали. Вечеринка, ублюдок. Я считаю, надо немножко помочь Дане, поэтому сейчас мы будем пробовать колоть Дмитрия вдвоем. Как показал эксперимент, зарезать человека можно, потому что у Димы еще оставались патроны. Волна блогинга захватила всю инфосферу, и у нас в гостях Арбуз, стартапер, блогер и, конечно же, путешественник. Сколько ты зарабатываешь? Я считаю, что в основе каждой личности есть история, и у каждого эта история крутая. Я кайфую от эмоций, кайфую от того, какой я заряженный на эмоции для выхода на новый уровень, для выхода из зоны комфорта. Это крутее крутого. Я кайфую от эмоций, от путешествий, новые места, новые люди. Я заряжен новыми проектами, я готов поделиться новыми вкусными условиями, вкусными ценами. Чтобы услышать шепот счастья, надо просто выйти из зоны комфорта. Успех приходит только к тем, кто крутой, заряжен эмоциями, любит путешествовать. А вы любите путешествовать и греть жопу на пляже? Как вы к этому относитесь? Узнали? Согласны? Точно ведь есть люди, кто не любит этого. Да, они не заряжены на крутые эмоции. У них не будет новых мыслей и новых крутых... Это ЧСС-75, а находимся мы в тире, где будем проверять оружие из Counter-Strike в реальной жизни. Рядом с нами товарищ-инструктор, молчаливый плеер. К пистолетам у меня основной вопрос. Все перешли на ЧСЗ-ки, когда выпустили обновление, потому что стал пистолет мощный, бронепробиваемый и все остальное. И забыли про ГЛОК. Вот в игре, вообще в Counter-Strike, ЧСЗ, ну там, правда, автоматическая версия, да, вот с этой рукояткой представлена, у нас без рукоятки, имеет большую пробивную силу, нежели чем ГЛОК. Поэтому я сейчас предлагаю вот этому молчаливому юноше и мне проверить, какой из этих пистолетов действительно в реальности имеет большую пробивную силу. Люди, когда приходят в тир, что больше предпочитают? ЧСЗ либо ГЛОК? ГЛОК 17, хорошая система, он легкий для постоянного ношения, емкий магазин. У него всегда патрон находится в патроннике, и он готов к выстрелу. Нет необходимости взводить курок, здесь он отсутствует как таковой. Но у ГЛОКа весь вес в затворе и стволе. Вперед, уходит. Соответственно, ГЛОК сложнее контролировать. ЧЗ-75 более предпочитают в спорте, а также при начальной подготовке. Несмотря на то, что здесь масса кило 50 против массы 652 грамма у ГЛОКа, у него более длинный ход затвора, тяжелая рамка, и это позволяет более стабильно удерживать оружие и контролировать его во время проведения выстрелов
прицеливание. Это все, что я на самом деле хотел узнать. То есть для новичков у нас идет, по сути, ЧСЗ. А более профессиональные у нас игроки возьмут ГЛОК. Тебе достается, мой друг, ГЛОК тогда. Мне достается ЧСЗ, потому что в Counter-Strike, к сожалению, Дима играет лучше. Дрянь. У нас арбузный тест. Я предпочитаю наушнички, а Диман у нас анархист. Без наушников. Не повторять. Это опасно для органов вашего слуха. Вы можете заработать нейросенсорную тугоухость. Так, это был один выстрел. Хорошо, в арбузы мы попали. А знаешь самое, что интересно? Что наушники на мне, но они не на ушах. Это арбузный тест. Продолжаем. Господи Иисусе. У меня очень много арбузного сока, кстати, он полезен. Но точность, ты знаешь, у меня не очень хорошая. Хотя, с другой стороны, может быть, у меня прям, знаешь, вот такая снайперская. Они у вас перевернулись. Сочно и вкусно. Арбузный тест. Ну, про калашников вообще говорить что-то уже, я думаю, моветон. Тут все понятно. АК-47. Тут особый прикол в игре, вот не даст соврать, Дима, первый патрон, если он попадает в башку... Ваншотит в голову, да. Ваншотит в голову, именно так. У Калашникова я предлагаю сделать следующим образом. Если он такой классный и крутой... Вот в реальности я стрелял с Калашникова. В игре я отвратительно играю. Помнишь ту дуэль? У меня не было никаких шансов, ты меня постоянно убивал. Сейчас мы проверим все это дело в реальности. У нас всего 4 выстрела, и у нас есть одно яблочко. Кто первый сбивает яблочко, тот объявляется королем калаша. А для того, чтобы проверить точность Калашникова, есть старый добрый проверенный тест Вильгельма Телля. Берем, вставляем магазин, переводим на одиночный, досываем, ставим яблочко. О, разведите оружие. Итак, у нас сейчас будет с тобой дуэль. Давай монетку, кто первый стреляет. Кто первый собьет яблоко, тот и крутой. Я предлагаю использовать для этих целей патрон. Кто первый умер, тот и проиграл. Но если пулька у нас придет, патрончик в ладонь пулькой вперед, соответственно, правый стрелок. Так. Если пулькой назад, то левый стрелок. Первый стреляет Дима. Так, ну, я, пожалуй, надену наушнички. Да вот тебе мои, нагретые. Давай. Давай. Раз такая девочка, давай. Оружие, магазин с патронами. Как в КС меня натягивать на дуэли таком быстрый? Смотрите, сейчас все, опа, и потерялся. Чё ж ты не такой классный? А где там этот самый, да? Ага, давай, давай, попробуй. Ага. И смотри, позоруха какая. Маме его покажем. Так. Попробуй, например, с предохранителя снять. Слева? Да нет, справа, справа. Все, это есть предохранитель. Только пальчик осторожно. Когда хочешь стрелять, тогда только его и применяй. Вопросы? Калаш действительно суперточное и мощное оружие. Подтверждено на 100%. Дуал беретас. Двойные береты — это вообще отдельная история. Короче говоря, люди берут эти береты просто по приколу. В соревновательных режимах, насколько я знаю, ну, береты двойные вообще ни один человек нормально не поставит, потому что это очень глупое оружие, и с него очень сложно научиться стрелять. Ну, а в принципе, на дальних дистанциях оно вообще всю свою убойную силу теряет, поэтому либо средний, либо ближний. Но большой запас патронов и, соответственно, большая плотность огня. В единицу времени большое количество попаданий на определенной площади. Тут уже точность как таковая не идет. Тут уже с бедра, да? Как это ну, правильно делается? При работе на коротких дистанциях можно использовать стрельбу по-македонски. Соответственно, работая от пояса, стрельба будет вестись методом последовательных выстрелов, либо спараллеленных. Здесь важно четко контролировать оружие. С пояса проводится при внезапном появлении на близком расстоянии цели. То есть в случае острой необходимости, дверной проем, либо прочее, можно произвести серию выстрелов, особенно если противник находится в средствах индивидуальной бронезащиты. Так стрельба более результативна. Так стрельба будет менее точно, но более удобно в ограниченном пространстве и в случае внезапного появления цели. По-македонски, так по-македонски. Я беру 2 ПМа и устраиваю настоящий... сейчас какую-нибудь крутую фразу подкинь. Что я устраиваю? Рэмпейдж.
Я устраиваю настоящий Real Rampage. А сейчас мы проверим, как перезаряжаются действительно дуальные у нас оружия в реальности. Потому что на перезарядку береты, честно, я не помню, сколько это происходит. Ну сколько там примерно происходит? Секунды 2-3. Ну, как бы долго по игровым меркам, но в реальной жизни никогда так не перезарядишься. Поэтому сейчас я продемонстрирую, как бы выглядела перезарядка двух пистолетов в реальности. Сейчас секундомер. И поехали. Она на задержке? Ну, я понял, я знаю, мне надо перезарядить безопасно. Ну а после этого ковыряния в ПМах время, собственно, самого теста. Дима, можете попросить как ангелу появиться здесь и надеть мне наушнички? Есть центральная мишень, мне нужно в нее попасть хотя бы один раз. Двойная стрельба по македонски. Вот она, интуитивная стрельба. 10 патронов из 10 мимо. Просто ПМы, они, сами знаете, пистолеты такие маленькие, не очень классные. Ну или кому как, конечно, но через это вот сейчас вот пойдет история. Я вот вас уверяю. А, я понял, почему я не попадал. Надо было просто сказать какую-нибудь коронную фразу из серии «What did you say about my mama?» Я всегда говорил, говорю и буду говорить, safety is the first. Безопасность прежде всего. Поэтому мы заклеили соски изолентой. Не знаю, как это связано, хрен с ним. Ты можешь встать чуть повыше? Оператор маякует, что ты этот маленький Фродо. Короче, мы делаем как появился в CSGO, сразу поменял даже тактику, потому что, допустим, ты сейчас уже убегаешь, тебе нужно отсечь преследователей, берешь под ноги себе и у тебя есть 7 секунд форы. Или, например, заложил бомбу, прямо вот в эту бомбу бомба, кстати, не будет почему-то подрываться. И все, спецназ стоит, ждет. Мы, естественно, попробуем сделать его прямо сейчас на ваших глазах. У нас есть все необходимые ингредиенты. Например, мох с мошонки фавна, кровь единорога, слезы тиммейтов, потому что они смотрят, как я играю. Я очень плохо играю в Counter-Strike. И для бодрости кока-колы, естественно. Это необходимый ингредиент, как погнали. Так, открываем бутылку. Бутылка из-под водки. Обязательно, иначе ничего не получится. Держи. Хотя бы это можно тебе доверить? Конечно. Слезы тиммейтов, погнали. Немножко кока-колы. Shake your ass, bitch. Наливаем кока-колы. Как почти готов, мы добавляем кровь единорога. И затем самая важная часть. Не спрашивайте, как я это ставлю. Тоже добавляется туда. Отлично, она не просовывается в воронку. У тебя есть что-нибудь маленькое, чтобы протолкнуть? А, ну ты это нельзя в кадре показывать, да. Пальчиком немножко запихнем. Опа, это что, уже не фэпсы, надеюсь? Закрываем аккуратно это крышечкой. Хорошенько взбалтываем. После того, как мы хорошенько взболтали нашу субстанцию, можно приступить к финальной части. Берем перчаточку, как-нибудь вот так, красиво. Все должно быть аккуратно. Но после того, как все готово, время попробовать. За свободу Великой Нарнии. Ёшки-матрешки, святые головешки.
Так, давай этот огнетушитель. А кто взял огнетушитель? Взял кто-нибудь огнетушитель? Нет, нет. То есть вы не взяли огнетушитель? Нет. Можно потушить это дело гранатой. Ну вот и туши. Давай, кидай сюда. Работает! Работает! Способ работает, ну да. Мне кажется, мой поставщик слез единорога все-таки подсунул бодяжиную какую-то вещь. Посмотри на меня. Ну посмотри же на меня. Все будет хорошо. Я тебе гарантирую. Операция до сих пор засекречена, поэтому в самых общих чертах расскажу. Место было сложное, тем более лаги были большие. Преимущество на их стороне. У меня в тиме было, ну, прямо скажем, днище. Это были одни ламеры. Я один тащил. Когда мы убрали одного человека у двери, далее вторая группа начала обходить здание. Под прикрытием первой группы они вошли в здание и сразу щелкнули этого кемпера, который как крыса сидел там в углу. Долго сидел, ждал, дождался. После этого началась операция по выводу заложников. В общем и целом все проходило гладенько, все были зачищены. Но их крысиная тактика снова дала о себе знать. На самой точке эвакуации была крыса, которая решила перевесить ход матча в пользу террористов. И спасти нас могло тогда только чудо. И чудо, бородатое чудо, произошло. Слил тогда катку, но потерял друга. Да ёб рот, пошли уже, блядь. Can you, baby? If you want a wild action, get some double penetration. If you want a big impression, choose a double penetration. If you want a satisfaction, welcome double penetration. Double double, deep down. Правду говорят, убивает не падение, а внезапная остановка в конце. Поэтому не останавливайся, бэби, не останавливайся, давай! Do not go quietly onto your grave! If you want a wild action, get some double penetration. If you want a big impression, choose a double penetration. If you want a satisfaction, welcome, double penetration. Don't be double, deep in the double penetration навсегда.